Всем привет, вы на канале Пиратская Жизнь, с вами, как всегда, я Нина. И я Вован. Да-да-да, Вован нас тут наливает вкусный сидр. Смотрите, какая красота у нас за столом. О, хачапури по-аджарски, шашлык из свиной шеи, грибочки каждому по порции. Кстати, порция не очень большая. Да. И еще, смотрите, у нас вот такой вот соус. Я не стала перекладывать, потому что, чтобы было тепленькое. Какой хачапури, ребята. Просто прям балдеж. Свеженький, он еще горяченький. Смотрите, два яйца. Чувствуешь? Я уже не стала класть лаваш, потому что я думаю, так и достаточно. Сейчас, смотрите, у нас вот такой вкусный сидр. Пош. Да. Моего трудяшку, который у нас сегодня прыгал, надо отблагодарить. Вот, так что я предлагаю выпить. А тебе что, за мужчину? Да, мне, пожалуйста, тоже. Будьте так любезны. Вот, за мной даже ухаживают. Да. Кстати, такой банкет у нас стоил 1070 рублей. Вот. Вся вот эта вот вкуснятина, которая на столе. Ребятки, за вас, за нас и за спецназ. Всем приятного аппетита. За всех нас. За всех нас. Здесь 400 грамм шеи по порции грибов. Вот, и получается хачапури. Вот, заказывали мы в шурман с рисом. Нет. Я хочу вот это. Ну, кстати, яйцо, ну, здесь такое запекшееся. Мне кажется, просто пока везли. Может, разрежем его как-нибудь? Попозже. Ну, пока он не остыл. Так, шея. Ну, смотрите, видите, с лучком. С укропчиком. Прелесть. Это попало. Угу. Может, как-нибудь так вот? Угу, вот так вот. Распилить его. Слушайте, какие здоровые куски. Шашлыка. Мне очень нравятся грибы. Знаете, я очень люблю грибы на мангале. Это просто прям очень вкусно. Так, когда попробуем. Такие. Что у нас за мясо? Не сухие. Мягкое, не мягкое. Мягкая. Шейка. Отличная шея. Ага. А мне нравится вот этот лучок с кинзой или с петрушечкой. Лето кончилось. Шашлыки не ходили. Да. Хоть дом. Да. Хоть дом поедем. Так что, если мы на шашлык не едем, то шашлык едет к нам. Кстати, доставили очень быстро. Смотрите, какое мясо. Шикарно. Очень вкусно. Хорошо прожаренное. Такие. Тебе нравится? Вкусно? А мне очень нравятся грибы. Сочненькие. Угу. Что самое главное? А то некоторые сухие прям. Вкусно. Гранатовый сидр. Он просто вино. Ну да, только слабоалкогольное. Слушай, вот мы вчера заказывали роллы, практически тоже на тысячу. Мне кажется, уж лучше вместо роллов вот такие заказать вкусняшки. Кому как. Ну, тебе-то явно мясо да. По вкусу. Мне, в принципе, тоже. Слушай, а соус, я так понимаю, с огурцами какими-то. Ребята, ну реально соус с какими-то огурцами. С какими? Ну вот я, не попадаются какие-то... Это лук. Разве? Это лук такой. Ну, может быть. Ну, вкусно все равно. Хочу вот эту красоту и гармонию разрушить. Это лук. Давай я ее все-таки разрежу. Сам порежь? Разрежь. Попробуй. Может ее как-то отломать? Чего? Я вот с этого края. А внутри должен быть сыр.
А вот яйцо запеклось. Мне это не очень нравится. О, ребята. Сыр. Смотрите, он с маслом. На, тебе кусочек. Зачем мне кусочек? Не будешь? Нет, я помню, отрежусь. Ой, какой запах, классные ребятушки. А вообще, в принципе, едят так, что макают в яйцо, и, соответственно, оно должно быть жидким. О, кстати, оно жидкое, ребята, смотрите, оно жидкое. Круто. Во, видите, как классно. Ты пленочку-то сними. Вообще, ой, как вкусно. Да-да-да, аккуратненько. Очень вкусно. Вот так вот макаете. Вот желточек. Знаете, прям. Прелесть, смотрите, как течет. Он, кстати, не дешевый. Но, смотрите, какой здоровый. С сыром. Сыр, смотрите, прям до конца. Очень вкусно. Это просто балдежно. Какой же мы ели? Где? В Армении. В Армении, хотел сказать. Во Вьетнаме. Правильно. Во Вьетнаме, в ресторане Армения. Да. Текс. У нас сегодня пир. Пир на весь мир. Шашлыки. Да, что-то утром мы такие были расстроенные какие-то все. Усталые, больные. А сейчас вот видите как. Это дождик. Попробуй. Он просто божественный. Ничего себе. Кость, что же у тебя? Краешек. Причем, смотрите, сыр, он, видите, с маслом, я так понимаю. То есть, причем только-только он сделанный. Очень вкусно. Макай. Смотрите, вообще огонь. Огонь. Классно? Тепленький, мягкий. Балдеж. Я так рада. Я постоянно у них присматривалась к этому вот хачапури, но мы никогда не заказывали. А тут мы подумали, что мяса нам будет очень много. Решили попробовать хачапури еще сказать. С двумя яйцами. Это, в принципе, достаточно так много. Они делают. Некоторые вообще одно только. Да, некоторые в основном делают так, что оно полностью запекается. Ну вот я тоже думала, оно тут запечено, а смотри, ты нет. Ну-ка, давай вот это тоже вскроем. Да-да-да, вот ее. Снимай, снимай ее. И потекло, идеально, идеальный хачапури, просто идеальный. Снимай ее, снимай. Кушай. Просто. Вообще хачапури как едят? Краешки объедают, а потом уже середку. То есть всю вот эту вот вкусняшку, всю вот эту вот тесто. Вот всю вкусняшку. Да. О. Потом уже едят. Ребятушки, смотрите, как она идеально. Она прям идеально вообще. Вообще. Я обалдею. В принципе, не надо даже никуда ехать. И шашлык. Ужин-то какой, а? Я покажу. У тебя Брежнев разлохматился. Да, да. В общем, повесили мы все. Новые лампочки скрутили. Все хорошо, отлично. Вовчик молодец. Я тоже молодец. Я тоже помогала. Технически. Я зачищала проводки. Ну и геморрой там. На самом деле, да. Когда не знаешь как,
Я там все эти проводки тонкие. Угу. Ужас просто. Угу. Так, давай еще. Разрежем. Давай, режь эти. И мне тоже. Бортики. Бортики сначала подведем. Ну, тоже соус положи, пожалуйста. Сейчас ты разрежешь бортик. Ты зря так стала резать. Нормально. Там еще целый этот. Нормально. Там я яйцо не повредила. Не беспокойся. А вдруг вытечет. А из него, кстати, вытекает этот масло. Ну, сыр внутри очень вкусный. А у тебя какой внутри сыр кладут? Я не помню, какой сыр. Ну, классно. Так, бери бортик. Да, сыр вкусный. Вообще, ребята, вообще. Потому что там сыров много. Боюсь, ошибись. Ай! Надо завешать ему тот сыр. Начну. Бери. Окей. Неправильно. Хачапури очень вкусный. Макай. Мягкий. Я просто не знаю, как он реагирует. Просто я прям ням-ням-ням. Я даже не хочу шашлык. Мне вот грибы с хачапури. Сердце моей судьбы. Потекло масло. Вовчик балдеет. Он такое дело любит. Это вот его любимое. А причем чувствуешь, как он мягкий, да? Он прям нежный-нежный. Он прям видно, что его сделали только-только. Масло вытекает его. В общем, если что, в следующий раз заказываем 2 хачапури. И 100 грамм шашлыка. Почему 100 грамм? Каждому. Так, давай я возьму кусочек себе. Тут, кстати, большие такие куски, да. Вот мне поменьше, а тебе побольше. Помоги, пожалуйста, на ступе. Спасибо. Но шашлык бывал, знаешь, и по мягче. Но хачапури очень вкусный. Вот чё-чё, занимался. Хачапури вкусный. Да-да-да. А ты говорил нафиг. Правильно сделал, что сказали. Угу. Да-то лайки. Оцените этот стол. Это богатство. Полам. Ну, все, у нас это все. У нас все просчитано до миллиметра. Я балдею. Чтобы с тобой так быстро его раз и все. Разлетелся. Мы голодные еще. Мы еще сходили, прогулялись, мы вообще замерзли. У меня опять сопли, слюни. Кстати, к вечеру мне лучше. Просыпаешься и начинается. За ночь настоялась. Угу. Сегодня доставай теплое одеяло. Да, у нас сегодня теплое одеяло уже, потому что холодно. Ну, хочешь, мое можешь взять? Из яка. Из яка? Оценить, как оно. Можно. А ты себе не надо? Тебе пока жарко? Мне пока нормально. Хочешь из яка? Хочу. Пробуй. Яка. Ребятушки, желтенькая. Из шерсти яка. Вкусно. Дай разрежу. Ну, это полный веш. Подержи. Чтобы не ерзал. Все. Твое, это мое. Это твое, это всегда твое. Это мое. Да. Это твое, это мое, да. О, я прям оценила. Оценила, мне очень прям понравилось.
Вот если вдруг вы не можете поехать на шашлыки, но очень шашлыки любите, то заказывайте шашлыки и наслаждайтесь жизнью. Ну, доставок, в принципе, у нас в Нижнем Новгороде много. Я думаю, в любом городе их очень много. Главное найти свою. Было вкусно. Главное знать, где будем хорошо готовить. Ну. А это можно узнать по отзывам. Угу. Вот мясо не самое мягкое. Вот хоть и написано вроде как шея, но мне кажется, это не шея. Мне кажется, это как край какой-то. Это не шея. Это не шея. Я практически уверен, что это не шея. Скорее всего, это какая-то как, не знаю, карбона. Ну, не карбона, а что-то другое. Потому что шея обычно она очень мягкая. И сочная. Да, и сочная. Этот сочный, но в принципе он такой мясистый. В принципе, тоже. Как поближе надо. Потому что это, когда мы там заказывали шею, для шея, это прям мягко-мягко было. Угу. Не, ну я заказывала, у них там только один вариант. Вот шею. Вот написано шейка. В принципе, мясо и мясо. Ну да. Чего выпендриваться? Ты заказывал мясо? Нет, я заказывала, там написано было свинина. Угу. Написано, что шейка. Угу. Все дела. Свинина была старая. Угу. Завтра, кстати, буду жарить уже рыбу. Вовчик сказал, не хочу сегодня рыбу, хочу мясо. Ну, так как он сегодня повесил, и чтобы, если вдруг в следующий раз с ним договориться, я решила там обогореть его мясом. Да. Он сильно не сопротивлялся. И сказал, да-да-да-да. А завтра мы с вами будем жарить рыбу. Окуньков. Угу. Сколько там? 4 штуки? Угу. Угу. Я оставлю тебе. Попробуй. Ну, как раз все. И бутылка, и банк. Угу. Мне этот лук нравится. Грибочки что не ешь? Ну ты не волнуйся за мои грибочки-то. Я за твои переживаю. Да. А ты что не ешь? Я помню. Что? Помочь тебе? Давай. Я тебе помогу. А я тебе. С мясом. У нас как раз. Меняем мясо на, блин, грибочки. Мясо на грибочки? Да. Легко забирай. Давай. Ну, пожалуйста. Давай. Один грибочек. Ах так! Сказал мясо на грибочке. Ладно, давай. Да ладно, оставь себе. У меня одно будет. Я честно, я вот не хочу мясо. На тебе. Грибочек-то ешь. Все, один, спасибо. Тебе же что-то понравилось, а? Можешь даже ко мне соус макнуть. Если хочешь. Может, мне соус слазить? Угу. Слушайте, на 1000 рублей, получается, по 500 рублей на человека, прямо ели. Я считаю, очень хорошо. Вкусно. Рак, в Питере таких не было. Чего? В Питере таких не было. Да может и были. Да нет, там полива свое было в Питере. Просто, может быть, мы не все знаем. Мы же в Нижнем-то знаем, уже стоит. Для чего вкусного. Там как бы не проверено. Не, шашлыки мы что-то не встречали. Я тогда листал. Может и есть где-то. Я не спорю. Ну, не встречали мы это. Угу. Вот, ну просто мы... Вот самый, по-моему, мягкий шашлык, который мы брали, это вот как раз вот в Мишке, где доставка была. Да. Там, по-моему, сам был мягкий. Там прям реально. Там прям еле и
Вообще. Так у меня сейчас доставка же есть. Ну да, но только, правда, они там хачапури не делают. А я хотела хачапури. Иди, там наликом. Да. Карточки. Там наликом. А здесь карточки оплатили. Пока. Я думаю, в Грузии или в Армении нам будет там очень вкусно. Там будет очень вкусно. Особенно хачапури. Всякие т.д. и т.п. И сырок много. Да-да-да. Овощей, мясо. В Грузии там, говорит, кто был, вот, не, это отдыхал, да? Там сыр, мясо, вот, вино, говорит, вообще прям сколько хочешь ешь. Угу. Ой, да, мы справились. Прям капает. У тебя он капает, видишь? Угу. Я тоже. Прям по рукам. Очень сочный. Я теперь знаю, какой у нас будет один из любимых мукбанков. У них там еще, кстати, очень вкусные люляшки. Люляшка можно заказать в виде шаурмы. Ну, она такая. Вот. В лаваше приезжает, там все дела. Салатом. Жиденько. Подождите, с рук все течет. У тебя, да. У тебя нет. У тебя нет? Ну, просто прям очень вкусный. Бывает, ну, знаете, хачапури. Ты говорил, давай хачапури возьмем в этом. В паре. И чё? Думаешь, такой бы был. Ага. Там. Фу. А вот хачапури должен быть именно вот такой вот с жидким яйцом. Теплый, горячий, чтобы вот прям масло, которое в нем есть, оно прям текло. Тут сыр и яйца. Ну там, по-моему, сыр специально. Специально масло добавляют, да? Не знаю. Я не готовил. Не готовил хачапури? Я знаю, его едят на завтрак. Это прям? Очень сытно. Завтрак такой. А мы на ночь. Давай. Ребятки, просто балдежный у нас сегодня был мукбанг. Я прям в восторге, особенно от хачапури. Мне больше всего понравилось. Ну, шашлыки там, это понятно. Но 100-500 раз по хачапури. Да. Что это тут? Сидр? Гранатовый. Кайф. Всего-то одна бутылочка, 0,5. И нам хватило. Много не надо. Да? По бокальчику. Под такую вкусную закуску. Гранатовый. Угу. Как раз гранатовый полезен для крови. Для крови? Да. Ладно. Прими как за лекарство, да? Господи. Угу. Не за пенку, не за лекарство. Да. Ладно, ребятки, всем огромное спасибо, кто с нами поужинал. Вот такой у нас был шикарный мукбанг. Я считаю, что он был прям красивый, сочный, вкусный. Достойный прям, такой. Достойный, да. Все. Всем спасибо большое. Вовчик заслужил такой мукбанг. Вот, видишь, давай. Мы заслужили оба такой мукбанг. На сегодня у нас все, ребятки. Всех целуем, всех любим. Всем от души подписка, лайк. Мы подумаем еще что-нибудь такое закажем. Да. В общем, колокол, лайк, комментарии, там все дела. Всем пока.